Игра в догонялки. В Бобруйске случилось ДТП с участием мопеда и легковушки. Инцидент произошел на пересечении Карла Маркса и Пушкина, близ автомобильной заправки. На кадрах, которые попали в объектив камеры видеонаблюдения, видно, что оба транспортных средства двигались в одном направлении. Внезапно иномарка нагнала мопед и сбила его. От удара водителя и пассажира отбросила. В результате ДТП пассажиру и водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения. В госпитализации не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и двухколесного транспорта. В поле зрения автолюбители и мотоциклисты. В ходе субботнего рейда все шоферы, которых останавливали инспекторы, были трезвыми и ехали, соблюдая правила. Все документы также были в порядке. Затем остановили водителя мотоцикла. Документы в порядке, за всем слежу. Пакет документов у молодого человека оказался в норме, но нарушение все-таки выявили. Мотоциклист не включил ближний свет. Это так называемое нарушение пользования внешними световыми приборами. Штраф от половины базовой. Это 13,5 рублей. За 6 месяцев 2020 года 207 водителей мототранспорта было привлечено к административной ответственности. Из них 5 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И 21 водитель был привлечен за управление транспортным средством, не имея на то права управления.